Всем привет! Сегодня я прохожу обе шоколадные. Я хотела снять Брукхейвен, но он меня не грузит. И хотела еще обе нутри велосипеда, он меня тоже не грузит. Так что мне придется сегодня поиграть в какое-то шоколадное обе. Ну что, давайте тогда мы его с вами попробуем. Не знаю, что это за обе такое, ни разу в него не играла. Вот. Такое шоколадное оно. А, вот. Это оно, это платное. Это платное. Да, это платное. Как это я так быстро прошла? Капец. Вот такие же облака, как в Брукхейвене. Прикольно. Тоже? А, нет, это сюда. Это обманка. А это что за приколы у нас такие? Это что за прикол был только что? О! То, наверное, бы было как лазер, да? Который только что у нас был. Вот. Так. Так, я уже снимаю третье видео, только со звуком. Потом я еще буду снимать еще три видео. Только. Ой, только без озвучки, я не так сказала. Вот. Надо было лучше не перепрыгивать, ну ладно. Как вы думаете, сколько здесь этапов? То есть сцену тут написать, может, смена или как? Не знаю, что такое сцена. Почему не так написали, непонятно. Вот. Так, проходим. Эту штучку опасненькую, вот такая, или слегка опасненькая, потому что она такая тоненькая. Здесь надо можно скатиться, но не еще нормально, да? Так, какой выбит, давайте посередине. Давайте посерединке. А. Что-то у нас... А может так надо было спрыгнуть просто? Ну ладно. Что-то у меня не получилось. Так, проходим. Теперь у нас идут такие вот печенюшки. Так. Проходим прозрачную лестницу, ну то есть вот такая вот у нас лестница. Вот. Что такое долгая она, чё? А вот, все, наконец-то, видите, какая она долгая, кошмар. Трэш. Трэш. Трэш, короче. Вот. О, видели? Это да. Так. Подождите, надо побыстренько. Передых маленький был только что. Так. Вместо вот сюда поставили открыть магазин, пропустить этап, позавершить обе. Вот это вот минус, потому что тогда я не могу ходить. Тогда не, с первого раза не получается. Ха. Дить. А, вот. Проходим. Лазеры. Ой-ой. Реально облака такие, как в Брукхейвен.
Есть такие некоторые игры, некоторые такие игры, в которых такие же облака, как в Брукхейвен. Только всегда тут день, а в Брукхейвене и ночь, и вечер, и утро, и день. Вот. Я, кстати, помню, делала такое в Брукхевне, только не знаю, как это объяснить. То, что я вот видела, тут вот такое снизу такое небо, и тут луна. Вот я в Брукхевне там летала за границы Брукхевена, и там еще за пределы там моря, там еще такая голубая штучка, то я за нее тоже залетела, и там была целую ночь, там день, только я не знаю, как это объяснить, вы, наверное, не поняли, но я просто дальше не знаю, как это объяснить, наверное, вы не поняли, ну ладно. Вот. Ну, вот такая горочка большая, видите, вон там, через которую мы скатывались. Вот. Так. И вот я летала, и там еще когда темнеет, там снизу будет такое красивое, такое светлое, будет такая штучка красивая, не знаю, как это сказать, но она очень красивая. Вот видите, вот тут такое мутно, не очень, тут луна еще так же происходит в реальном Брукхейвене. Вот. Вот, как-то так. Потом я буду делать без звука. Без озвучки, точнее. О, видите, как мы пришли, рука спасла меня, она полетела на чекпоинт. И у меня засчитался чекпоинт. Видимо, вы, наверное, видели, как у меня туда и рука попала. Капец. Вот это вот будет сложновато. Вот видите, почему. О, так обе такое маленькое. Слушайте, да сколько нам осталось до обе? Мне кажется, то, что нам до обе осталось где-то... И подождите, я не знаю, короче, сколько оно там, может это еще, может это тут реально где, либо тут 50, либо 60, и либо вообще тут 100, я не понимаю. А вы понимаете, мне кажется, меньше тут 100, а может вообще 80, а может 90, а может тут 110, ну тут может быть любое число, потому что тут не написано, сколько мы там процентов, например, прошли, какой этап из 100. Там, например, или 500. Вот тут можно попасть на лазер. Да, я вот вам говорю. Смотрите, я хочу вот так вот. Подождите. Сюда вот два. 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 Нет. Да как? Это надо запоминать. Два. Три. Куда я шла? Я забыла. Я забыл! О, прошла. Ура. А, попрыгаем. Так, чтобы было быстрее. Оп, оп. Оп, вот это прикольно. Да. Ой, я забыла прыгнуть, извините. Я забыла прыгнуть. Ой, что у меня со скином? Видели то, что было у меня со скином? Это пипец. Пипец. Вот та карта, то что там можешь просто не прыгать, спокойно можешь идти. Но нет. Вот тут будет сложно. Оп. 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 Да блин, а как я попала? Я у меня вопрос. Вот это я уже будет мне сложно. Я же просто всегда спешу. Вот. Такой вот прикольный квадрат, прикольная штучка. Ой-ой, 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 о мамочки, о божечки. Вот сразу, так как? Потому что тут сделали открыть магазин, пропустить этап, завершить оба, сделали сюда. Они не могли бы там другие места, например, справа, где я прыгаю, где вы знак прыжка. Вот видите, что я прыгаю. Ну вы же понимаете, где я прыгаю, где я хожу. Ну, не могли бы они туда поставить. Это такие игры, я им минус ставлю. У меня опять тихий голос, блин. У меня занижается голос. Это кошмар. Это пипец. Да плохо слышно.
просто пойдем молча вот это вот обе. Ну, этот этап. Видите, как я сделала? Все, видите, как? Под конец можно уже спокойно прыгать. Можете прыгать на лазы, потому что вас все равно здесь перенесет. Ну, как вы видели там, ну, на новый этот чекпоинт. Что там следующее? Ужас. А, что? Что, финиш? Люди, мы что, дошли? Или нет? Я не знаю, непонятно. Если бы был таким бы только что какой-то страшный звук, я испугалась очень сильно. Видите? Здесь это. Ой, о, а за это автору большой плюс, потому что вот спасибо, что он так сделал. А бы так мы не пошли. Спасибо тебе, автор большой. Если этот автор заметит это видео, то я передаю ему большое спасибо. Хотя это 0% шанса. Но. Это хорошо, видели, как это хорошо, это вообще супер, вот, я за это одобряю, ведь за это я одобряю автора, вот, это прям очень хорошо. Тут, наверное, оказывается, да, здесь 50 только этих, а вот это что такое? А, тут что, два, люди, здесь два финиша, смотрите, как интересно, да, ребятки, смотрите. Только давайте мы тут чуть-чуть отдохнем, посмотрим сюда. Это не работает, нет, это не работает. Если бы оно работало, то бы мы спокойно бы. А, здесь скорости. Ой-ой, мамочки, мы сейчас это будем так... Ай-ой. Вот я... Нет. Вот я говорю зря. Блин. Давайте мы дойдем до конца очень быстро, чтобы нам время не закончилось. Видео то тогда будет обидно, то что нам там чуть-чуть осталось. И вот. Ну, мне тут финиш не очень нравится. А может тут два таких одинаковых... Финиша, видели, что только что было, вы видели? Это капец, это просто. Я боюсь, то, что у меня закончится время, и я просто не смогу тогда пойти. Мне еще осталось 2 минутки. Угомонись, уборочки. Глянь, с кином еще там пройти, это капец, это еще для меня это много, да. Вот, давайте я чуть буду погромче говорить, потому что я как-то мямлила. Давайте чуть погромче, я буду пытаться погромче говорить, потому что вы, наверное, не слышите то, что я говорю, потому что я как-то слишком тихо говорю. Это минус. Ой, мне кажется, времени не хватит. Люди, вам тоже кажется, что мне времени не хватит на видео? Это тогда будет капец. У меня сегодня какие-то длинные видео сегодня, оно тоже получается. Я для вас стараюсь, люди, чтобы я быстрее прошла. Молитесь, чтобы видео нормально было. Ой-ой. Ой-ой, осталась 1 минута. Понимаете? Посмотрите, чего тут что. О, божечки. Надеюсь, его там... Ужас, все, мне времени не хватит. Я, может, для вас сниму шорт, где конец, окей, ребятки, если мне не хватит времени. Гляньте, что придумал автор. А вот не мог бы автор просто... Успею! Блин! Блин! Блин. Что, давайте быстрее. Скорей. Блин, не получается у меня. Значит, тогда вариант этот есть. О, божечки, ну ладно, я тогда сделаю вторую часть, только в шорте. Давайте тогда.